я против того, чтобы Кликлак с тобой вообще хоть как-то взаимодействовал. Привет! Привет! Мои многоуважаемые подписчики, слушайте, вас 200 тысяч, просто пиздарики, набежало очень много классных людей, я очень рад. Кто вы вообще, блядь, такие? Подписчики у меня растут, как живот у Хованского. Ну, какая шутка, пиздатая получилась. Нет. Но, как бы, я знаю, что вы не поржете, типа, блядь, шутит над моим любимым кумиром. Дай-ка я пойду подпою. Странно, да, так? Очень. Короче, я рад, что 200 тысяч подписчиков уже на канале. Я огромный вам выдаю респект. Респектуха, уважуха. Я даже не знал, что в России и, может быть, откуда-то еще существует 200 тысяч таких пиздатых людей. И я уверен, что каждый из вас нормальный. Может быть, ну максимально, может быть, человек 70 из вас полный, как бы, уебаны. Чесвы. Просто обоссал бы себе ебали нахуй. Я набрал 65 тысяч лайков. Нихуя себе. Хотя просил 48 тысяч. Это означает, что я должен побывать в зашкварных историях на Кликлаке. Да хуя хочешь. И я уже, честно скажу, даже практически договорился с Ильичем. Привет, это Соболь. Слушай, я был у вас на зашкварных историях. Скажи, я набрал 65 тысяч лайков. Реально к вам попасть на следующую зашкварную историю? Ну... Соболь? А, Соболь, халявщик. Ты еще ту конфетку и мандаринку не оплатил. Ты думаешь, откуда у нас деньги берутся на проект? Вот сначала оплати, а потом мы с тобой поговорим, окей? Халявщик. Договоримся, это не страшно. 100 пудов я все-таки договорюсь. Я даже уже с Юркой Музыченко договорился практически. Привет, я с Илюхой почти договорился. Скажи, на зашкварную историю реально попасть к вам еще раз? Здравствуй, Илья Соболев. Я не знаю, как реагировать на твой поступок. Я считаю, это нож в спину. Ты вынес ссору из избы, устроил какой-то интернет-скандал. Мы тебе не заплатили. Шапка у меня на голове. Не могу говорить за других ребят, пока ты не извинишься публично передо мной. Я против того, чтобы Кликлак с тобой вообще хоть как-то взаимодействовал. Это все. Я сказал. До свидания. Договоримся. Договорим. Да, блядь, договоримся. Пиздец. Что там, блядь, договариваться? Договоримся по-люба. Я даже Поперечному позвонил. Даня, здорово. Скажи, пожалуйста, на зашкварную историю реально попасть к вам или нет? Ребята, в принципе, почти все уже согласились. Это Илюх, ну, конечно же, ты нахуй никому нам не всрался после своего видоса. Я думал, ты из вашего вот этого дерьмового трио самый маленький, но я ошибался, ты самый мелочный, самый никчемный. Пошел в пизду. Договоримся, короче, блядь, договоримся. Будем в зашкварных историях, по-любому. Не знаю, блядь. Да будем, по-любому будем. Пиздец, с ноги дверь открою, приду, я знаю их адрес, я эту квартиру по запаху узнаю. Там просто весь ободок унитаза паштетом гусиным у них там измазан в Кликлаке, я это видел. По-любому это паштет гусиный. Иначе, чё бы его Жарахов ел? Бля, Эльдарчик, нахуй так делать? Пошел нахуй. После последнего видео про разоблачение Кликлака я поймал огромное количество хейта. Я, блядь, прочитал все эти сообщения. Просто огромный высер, как будто с огромной говнопушки просто обстреляли мою деревушку. Я безумно благодарен всем поносным хейтерам, которые писали всякую ерунду, даже не посмотрев видоса. Но я реально вам говорю спасибо за то, что вы мне дали понять, что существует столько много прикольных слов, которыми можно обосрать людей. Я их узнал благодаря вам, и я даже записал небольшой трек и посвящаю его вам. Юмор для долных. Ебануть любви. Какая жилья, словил мой хей. Куда мне смеяться? Можно тайный код? Один Соболев каляпи доллар, еще то. Хуйню съебись на ТВ обратно. Накрутка говна. На это ебло смотреть неприятно. Что за дерьмо? Какая же хуйня? Один сплошной мат. Я хочу его бить. Дайте мне травма. Ты кто? Это стремное говно. Ты кто? Долбает какой? Пиздос. Кто ты?
типичный юмор ТНТ. Кто ты? Что за поток говна? Ни ту материала, не стоит снимать. На коленке состряпанный ткал. Халтура всегда видна. Илья, Соболев, Соболев Илья, пошел ты нахуй, уебок, свинья. Я ебал тебя в горло, конченый мудак. Мой батя тебе покажет кулак. Иди из этой жизни, иди из моей головы. Я тебя ненавижу, ты словно хуй с горы. Еле, это рэп не про любовь. Еле, хоть бы Соболев сдох. Еле, это рэп не про любовь. Еле, хоть бы Соболев сдох. Рэп. Рэп. Я обещал выложить шоу, вечернее шоу Late Night, но я посмотрел, и на моем канале еще дохерища видео, которые вы вообще не посмотрели. Там есть прикольные видосы, там есть дис, там есть первая часть смешных денег, там просмотров почти сотка, а 200 тысяч подписчиков. Ну это же как-то беспонтово, я снимаю, блядь, никто не смотрит. Вот давайте так, вот когда хотя бы, не знаю, кто-то из вас, кто не смотрел эти видео, посмотрит эти видео, напишет мне под ними о том, что я посмотрел, все заебок, или там, отстой полный, ты мудак. Тогда, ну и будем следующее делать, потому что я-то это снимаю, реально, я реально стараюсь. Реально хочу, чтобы вам было смешно. Потому что у меня видео не дерьмище. Это не канал, посвященный говновидео. Это канал, посвященный хорошему контенту, который можно жестко обосрать или жестко отлайкать. Ну все, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты. Слушай, а скажи, пожалуйста, подписывайтесь на канал Соболева Ильи. Да, Соболев, иди нахуй, пожалуйста. Просто нахуй, иди, ладно? Скоро, на следующей неделе, скорее всего, в интернете появится прикольное видео, которое, честно сказать, я снял специально. Как только оно выйдет, вы поймете, о чем речь. Поэтому следите за интернетом. Пока! Слышь, ты, блядь. Блядь. Пиздец, блядь.